вечер, друзья. Компания «Спорт.ру» и Северная лига ЛФЛ приглашают вас на очередную прямую трансляцию стадиона на Флотской улице. Сегодня в рамках 17-го тура чемпионата Северной лиги в высшем дивизионе сыграют «Гефест» и «Легион». Ну и этот матч, собственно, завершит субботнюю игровую программу. Сегодня у нас и эфиров было достаточно, и в том числе два интересных противостояния в высшем дивизионе. О результатах сыгранных матчей поговорим чуть позже. Ну а прямо сейчас обратим внимание на экраны, на газон. В центральном круге Александр Дударев в красных футболках, серых штанах играет «Легион», «Гефест» полностью в черной форме. И ваш комментатор на эту игру Кирилл Разумовский. Все готово для начала матча и ждем только свистка. Ну да, вот не только свистка, еще Станислава Станиславского ждем. Но в итоге он свое место в рамке «Гефеста» занимает. И, видимо, вот сейчас судья и даст сигнал к старту. Ну а мы давайте тогда поговорим немножко о составах, которые тренерские штабы на этот матч выставили. «Гефест» сегодня номинально хозяин поля, поэтому начнем с него. Станислав Станиславский, заставивший себя ждать на классической паузе, если вы понимаете, о чем я, под 32-м номером. В остальном состав, в общем-то, даже не то что предсказуемый, какой гол сумасшедший, 18 секунд прошло, друзья. Просто великолепный удар, это Сергей Анохин исполнил. Дементьев просто взглядом мяч проводил, а Сергей Миронов вышел, по-моему, только сейчас из раздевалки и смотрит, а его команда уже проигрывает. Фантастика, просто один из красивейших мячей этого тура. И «Легион» фактически начинает игру с гандикапом минус один. «Гефест» повел. Еще даже до того, как я успел представить всех действующих лиц. Итак, состав у «Античных» довольно привычный по последним матчам. Тройка защитников: Андрей Моисенков, 6-й, Мартин Хорин, 13-й, Станислав Каханов, 51-й. В центре поля Радик Умяров, 55-й, Александр Масленников, номер 28, на левой бровке. Справа действует Сергей Нефедев, и впереди Сергей Анохин, номер 25. Автор первого забитого мяча, красивейшего мяча, друзья мои. Не устаю восхищаться, ну и да, дайте мне такую возможность, всего минуту восхищаюсь и надеюсь, что как минимум до конца этой недели, ну, будущей рабочей недели, восхищаться буду. Не знаю, что решат мои коллеги, но заявка на попадание в хит-парад нашей передачи «На бровке», по-моему, весомая. К «Легиону» давайте перейдем. В воротах Александр Дементьев, номер 35. Три защитника: Кирилл Сумароков, 66-й. В центре Ильяс Шахбазов, 26-й. И справа Станислав Мухин, 28-й. На позиции опорного полузащитника Александр Седов, 17-й. Впереди, ну так скажем, в передней линии Павел Андрианов, 69-й, Денис Базовой, 19-й. И на позиции форварда Вячеслав Андрианов, номер 11. Сложности «Легиона» с составом уже обсуждались нами. И говорилось об этом достаточно много и на страницах портала lfl.ru, в регулярных обзорах и во время предыдущей трансляции. Но проблемы не уменьшились, они только увеличились еще больше в связи с травмой лучшего игрока команды Данила Белоцерковского. Сейчас, ну, не обидятся, наверное, на меня легионеры, сейчас их состав напоминает по фамилиям тот, с которым пришлось проходить первый дивизион. По крайней мере, все приобретения, вот, которые были сделаны перед стартом этого чемпионата, они уже практически в прошлом оказались. Вот сейчас я так смотрю на состав, и Денис Базовой, Ильяс Шахбазов и Кирилл Сумароков, ну, это все футболисты, которые уже по ходу этого чемпионата пополнили состав. Возможно, в конце августа никто из руководителей «Легиона» и не думал, что эти футболисты будут играть в команде. Поэтому вы можете масштаб проблемы оценить. Ну а у «Гефеста» в этом плане все достаточно стабильно.
И да, немножко была расчищена заявка, дана игровая практика некоторым футболистам, которые меньше времени на поле проводили. Но в целом Гефест выдерживает свою линию, точечно усиляется, если нужно. Вот в прошлое окно Анохин как раз команду пополнил. А больше, наверное, Гефесту сейчас и не надо. Команда действительно очень здорово скомплектовано, здорово создано и, что главное, сыграно. Поэтому те позиции, которые команды в турнирной таблице занимают, они, в общем-то, отражают вот эту организационную сторону. Кадровый вопрос, может быть, вопрос мастерства в каком-то смысле. Гефест – призер прошлого чемпионата, серебряный призер. Гефест сейчас идет в тройке. Ну и я думаю, что до конца дистанции турнирной будет бороться за чемпионский титул. Все для этого у команды есть. Есть игра, есть вернувшийся в строй Евгений Вашурин. Вот сегодня перед матчем поговорила с Алексеем Швындиным. Он мне также сказал, что где-то в апреле, представьте себе, это еще практически через 3 месяца, вернется Сергей Данилин, тот форвард, который пропустил уже больше года после достаточно тяжелой травмы. Ну, когда он вернется, я даже не знаю, попадет ли он в состав с таким Анохиным, который уже одним из лидеров бомбардирской гонки становится. У него там, по-моему, под 20, по-моему, 9 плюс 7 или 9 плюс 8 по системе гол плюс пас. Той самой гонки, которую возглавляет. Который возглавляет Евгений Вашурин. Ну, в общем, у Гефеста все в порядке с забиванием мячей. Не всегда все ровно складывается в обороне. Но в целом команда в тренде. То есть пропускает не намного больше, чем основные конкуренты. Конечно, здесь выделяется Терминатор, у которого 19 всего пропущенных мячей. Здесь же Динамо с 20 пропущенными голами. Ну и вот Азимут был у него меньше всех, 18. Но сегодня 3 получили от ЦДК. Соответственно, стало 21. Все остальные около 30 или типа того. Ну, ЦДК, может, чуть поменьше. Но, в общем-то, это не слишком принципиально, не слишком важно. Понятно, что разница мячей набивается в основном в поединках с аутсайдерами. Сейчас в высшем дивизионе тенденция такая. Все матчи команд первой восьмерки складываются в очень упорной борьбе. А это Моисеенков еще один гол забивает. И, если честно, определенная вина голкипера в этом голе есть. Потому что Александр Дементьев поставил стенку, прикрыв ближний угол левой от себя. И, по идее, должен был реагировать на удар в правой. Моисеенков хорошим ударом обладает, но ничего сверхвыдающегося он сейчас не сделал. Он просто плотно пробил на небольшой высоте и попал в угол. Дементьев даже не прыгнул. 0-2 на 7-й минуте. У «Легиона» проблемы громадные в этом матче, потому что команда на заказ очень тяжело забивает, и вообще с забиванием мячей есть проблемы, а тем более, учитывая травмы Папина Казаряна и Данила Белоцерковского, сегодня это будет сделать, конечно, еще сложнее, но в любом случае, даже в оптимальном составе «Легион» не часто балует своих болельщиков какой-то голевой россыпью. Если вот за скобки выставить матч против «Кристалла», когда 3-0 там была победа, и матч против «Ауди», когда 5 мячей, по-моему, забил «Легион», или даже 6, подсказывает мне Никита Лаврентьев, большой специалист по статистике всех мастей, то вот эти 9 мячей, они, собственно, составили, ну, там едва ли не половину, может быть, треть от всех забитых. У «Легиона», да, собственно, 27 мячей забито и 29 пропущено. Но вот из команд, которые в нижней части турнирной таблицы располагаются, «Легион» меньше всех пропускает и намного. И в этом контексте, конечно, шансы в поединке с «Гефестом» были в том, чтобы как можно дольше не пропускать, затянуть «Гефест» в ту игру, в которую «Легион» уже с успехом затягивал ЦДК, например, ту же самую «Беду», тот же самый водный стадион в прошлом туре. В общем, когда фавориты не получают такого весомого преимущества, и там все до последнего момента довольно непонятно.
И даже если Легион проигрывает, ну это такая такие рабочие поражения 0-1, 0-2. С ТДК вообще удалось ничью сыграть 1-1. В общем, смысл в том, что рассчитывать на то, что удастся много забить, нет. А вот рассчитывать на то, что удастся не пропустить и за счет этого определенную интригу создать, это да. Ну вот седьмая минута, 0-2, и... Не хочу я говорить, что это все, потому что чем точно Легион отличается, так это достаточно боевым характером, и команда рук не опускает. Ну а может ли быть по-другому, когда на поле такие бойцы, как Седов, пожалуйста, Сумароков, тот же Сергей Миронов, Вячеслав Андрианов. Футболисты, которые всегда бьются до последнего патрона. Но все-таки давайте будем объективны. В какие-то ситуации, ну, одной боевитостью заходить как-то слишком авантюрно. Нужно являть на публику чего-то большее. Поэтому, прежде всего, Легиону сейчас нужно успокоиться и вообще попытаться взять мяч под свой контроль. Пока игра выглядит несколько судорожно. Кроме того... Вот посмотрите, с учетом сложных погодных условий, ну, у нас зима, понятно, что поле рано или поздно должно было стать скользким, но Легион как-то больше скользит, чем Гефест, возможно, потому что футболисты Гефеста чуть комфортнее себя ощущают, чуть меньше нервничают, чуть меньше давлеет над ними результат и ход складывающегося матча. Вот так выговорил. Пока у Легиона, конечно, впереди ничего не получается, а у Гефеста получается, ну, едва ли не все. Посмотрите, какие проходят передачи диагональные. Шикарный пас был сейчас. Сергей Нефедев, по-моему, кросс выполнял, и Анохин бил головой зряча, переправлял в противоход вратарю. Опять же, попади без вариантов для Дементьева, но, на счастье, голкипер Легиона рядом со штангой удар пришелся. Так вот, Гефест третий в турнирной таблице был до начала 17-го тура. И результаты матчей, которые уже сыграны в этом туре, они, в общем-то, для Гефеста достаточно неплохие. Но не только для Гефеста, да, и для других команд лидирующей группы. Тот же самый водный стадион завтра имеет шанс вплотную приблизиться к терминатору. И динамовцы, которые завтра играют с Кристаллом, также могут еще больше уплотнить вот эту верхнюю часть турнирной таблицы. Терминатор с бедой сыграл 0-0. Сегодня довольно редкий счет для ЛФЛ. Но, в общем-то, от этого матча, наверное, никто голевой феерии и не ожидал. Таким образом, у Терминатора осталось 42 очка. У Гефеста на данный момент 37. И гипотетическая победа в этой встрече даст в сумме 40 баллов. Водный в случае завтрашней победы сможет набрать 41. Тройка будет вся друг от друга в одном набранном балле. Нева одержала победу над молодежкой беды. Сегодня 4-1. Там многое было решено в первые 10 минут, когда Нева сумела 3 мяча забить. По непонятным причинам как-то молодежь беды не вошла в игру. Толком получили 3 довольно быстро. Потом игра стала упорной. Потом во втором тайме даже удалось один мяч беде отыграть. Но тут же получили 4-й в свои ворота. В общем, 38 очков у Невы. Ну и еще, наверное, важно сказать, что ЦДК добился победы над Азимутом. У него 36 очков. Он временно опередил Динамо и, собственно, и был выше беды, и еще больше оторвался. Потому что у беды теперь 33, у ЦДК 36. Динамовцы, если завтра выиграют, будет 37. Ну, в общем, там интересно, и там уже дистанции между командами будут такие, что каждая игра практически на вес золота будет. Пока я все это рассказывал, у Легиона замена произошла, и вызвана она опять не тактическими соображениями. Похоже, что Александр Седов травму получил, потому что брел он вокруг поля так прихрамывая. Что-то там с ним случилось, и сейчас он какие-то там мероприятия медицинского характера на скамейке запасных проводит. Вместо него в опорную зону Сергей Миронов вышел.
третью игру подряд Миронов играет опорного хава. Если в первом матче ну, совсем не получилось, во втором получше, более-менее еще момент, а Масленников бил, вот он не давал передачу на Анохина, и хотя тот подставлял ногу, рассчитывал, ну, может быть, на какую-то случайность. Потому что если бы передача была действительно передачей, и сам мяч летел помедленнее, то там туда не составило забить третий гол. Ну, а так, по факту, получилось, как получилось. И, в общем-то, «Легион» третьего мяча отскочил откровенно. А перед этим, конечно, Масленников разобрался там на фланге с защитником. Просто обыграл его... просто изящно и ну, как-то совсем играючи легко. В общем, если заканчивать разговор о верхней части турнирной таблицы, там все стало довольно интересно, там все стало довольно плотно. Вот внизу как раз никто пока очков не набирает. Вот тот гандикап, который был практически до Нового года. Ну, понятно, что в матчах типа МЗКП беда молодежная. Там кто-то бы как раз и должен был набрать очки, а может и обе команды, но в итоге набрал МЗКП. Также Штурм встречался с Кристаллом и выиграл. В общем-то, тоже есть тенденция определенная к уплотнению, но все-таки Империя, Легион, МЗКП и, быть может, Штурм с натяжкой сюда отнесем, выглядит пока чуть-чуть по законченней, посолидней. Ну и как-то профессиональнее распределяющие свои усилия на турнирной дистанции. Но, с другой стороны, вот как было у молодежки беды, у Империи по 20 баллов, как было у Легиона 17, так и остается, потому что Легион проиграл 3 встречи подряд и сейчас пока проигрывает 4-ю. Там борьба своя. Я не думаю, что эти команды будут участниками борьбы за выживание или за непопадание в стыковой турнир. Но, тем не менее, гипотетически те задачи, которые ставились попасть в еврокубковую зону, на мой взгляд, пока недостижимы. Может быть, что-то развернется, но вот тот же «Азимут», который сейчас на 8-м месте находится и сегодня, проиграв, собственно, свой очковый багаж не пополнил, выглядит, ну, как команда другой лиги иногда по отношению к тем же «Легиону» и, там, может быть, «Штурму». Отдельный разговор про КДС, там вообще большая перестройка. Мне будет любопытно, например, в следующем туре посмотреть за матчем КДС «Азимут», потому что я помню игру первого тура, и тогда, мне кажется, даже КДС был поближе к победе. Тогда казалось, что именно КДС будет той командой, которая в этой восьмерке может кого-то из признанных фаворитов подвинуть. Так некоторое время было, а потом все стало на свои места. Ну, с точки зрения нейтрального болельщика, с точки зрения болельщика красно-белых, конечно, нет. Как набрал КДС 14 очков, так до сих пор у него 14 очков и остается. Что там будет дальше с командой? Пока видится мне упорная борьба за выживание и, может быть, даже попадание в стыковой турнир. Уж напрямую-то вряд ли вылетит КДС. Хотя, если Туман или Империя 2 сможет прибавить, у Империи 2 и у самой проблем предостаточно. Скорее, Туман. Ну, в общем, это все вилами по воде. И понятно, что все эти рассуждения в последний тур первого круга, наверное, уместны, потому что все сыграли со всеми практически, и сила команд объективна, нет никаких отложенных или перенесенных матчей. Затем еще Еврокубки добавятся, игры сборных. В общем, будут какие-то факторы, которые будут влиять на турнир. Но в целом вот определенный посев сделан по осени, и по весне теперь остается только пожать. Вернемся на поле. Гефес продолжает атаковать, плести кружева. Вот разной степени изысканности. Ну, а Легион пытается хоть какую-то контр-игру наладить. У Гефеста, насколько я понимаю, на поле Евгений Вашурин вышел. Он заменил Радика Умярова. Это замена по позиции. Все остальные игроки на своих местах. А нет, вот, по-моему, Артем Варакин еще поменял Сергея Нефедева на правом фланге полузащиты.
Защитная линия у Гефеста вообще, наверное, самая стабильная, потому что в одном составе играют... Я уж не помню, когда это сочетание установилось, но в прошлом сезоне точно. Потому что поначалу, когда Гефест уже стал позиционироваться как команда, претендующая на многое, когда ее состав пополнил ряд известных футболистов, квалифицированных очень. Поначалу играл Артем Халдеев на позиции левого защитника, иногда и правого. И был вопрос по Станиславу Каханову, которого упорно пытались как полузащитника наиграть. А в итоге устаканилось. Вот Моисеенков, Хорин, Каханов — это какая-то незыблемая вещь, только в случае какой-нибудь дисквалификации или, дай бог, травмы. Что-то может в этом плане меняться. У нас 3-0. Евгений Вашурин пользуется передачей Сергея Анохина. И, в общем-то, нехитрым опять ударом застает врасплох Александра Дементьева. То ли под ногой, то ли между ног мяч прошел. Мне показалось, что у Вашурина немного не получился удар. Ну, какой-то он другой задумывал, а получилось как нельзя лучше. 3-0 на 20-й минуте. Оживление на трибунах вызвано выходом Дмитрия Михайловича Захарова на замену. Ну а почему, собственно, надо пояснить. Сейчас несколько болельщиков подъехали. Там Илью Качнова я видел, он в этом сезоне за «Легион Дубль» выступает. В клубной системе находится. В одном из первых своих интервью после возвращения в команду говорил, что хотел бы набрать форму и даже за основу сыграть. Но пока он от этого далек. Зато поддерживать своих партнеров пришел. Ну а Дмитрий Захаров, собственно, из «Националя», где Качнов до какого-то времени выступал, в «Легион» перешел также в этом сезоне. Поэтому тут все тесно переплетено в этой конаковке. Понятно, что тут и друзья, и соперники «Легион» с «Националя», но сейчас все-таки это команды, знаете, разного статуса. У «Националя» вроде бы новая история началась неплохая, и там команда, практически припав на дно, постепенно выбралась из подвала турнирной таблицы и даже в верхнюю часть забралась. Но это во втором дивизионе, понимаете? А «Легион» все-таки есть у «Легиона» проблемы, как у команды «Вышки». Но это все равно эти проблемы, они не ниже какого-то определенного уровня позволяют опуститься, когда «Легион» нельзя назвать мальчиком для битья даже в элитном дивизионе. Собственно, ни одного разгрома, у «Легиона» много достаточно поражений, да, понятно, что есть команды, которые «Легион» обыгрывали на классе, что называется, но крупных поражений-то у «Легиона» и нет. Фактически только «Нева» забила, ну, точнее, установила разницу более трех мячей, выиграв 5-1. И еще было поражение 1-4 от «Азимута». Все. В три мяча еще проигрывали КДСу, но это так называемый уже другой КДС. В общем-то, сейчас, пожалуй, «Легион» даже поинтереснее будет смотреться, если бы вот игра прямо сегодня проходила. Поэтому понимаете сами, что поддержка поддержкой, но «Национале» сейчас «Легиону» никакой не соперник, а скорее просто друг и, может быть, даже брат в какой-то степени. Александр Седов вернулся на поле, я, если честно, и не сомневался, вот, потому что, ну, вот если бы ему оторвало сейчас две ноги, наверное, бы он попытался бы выйти, выползти и не смог, а вот какие-то там повреждения, ну, не знаю, мышечные или типа того, для Седова повреждениями не считаются. И вообще, знаете, вот сейчас такая погода, вроде бы снега нет, то ли дождь, то ли не дождь. В общем-то, если бы правилами было разрешено части команд играть в штанах, а части в шортах, я думаю, Седов бы сейчас еще и в шортах бы вышел, здесь пару подкатов исполнил. Это все не для того, что какой-то там стёб с моей стороны или... сейчас так пляски на костях проигрывающих. Нет, это просто лишняя иллюстрация бойцовского характера.
который, я уверен, не позволит Легиону рассыпаться окончательно в этой игре. Нам, как нейтральным зрителям, наверное, бы хотелось, ну, хотя бы какое-то подобие интриги, чтобы игра не шла в одну калитку. К сожалению, у Гефеста другие планы на сегодняшний вечер. Как раз Гефест, наверное, планирует поспокойнее 3 очка в копилку положить. В борьбе за чемпионский титул они совершенно не лишние будут. Не потерять игроков, не получать, там, не знаю, карточек или тем более каких-то травм. Вот. Может быть, даже получить удовольствие от игры. Но у Легиона свои задачи. Нужно биться, нужно притираться к друг другу в том составе, какой есть сейчас. Понятно, что уже к следующей игре вернется в строй Антон Алаев, и будет большая вариативность в обороне. По крайней мере, я уж не знаю, как там решат тренеры, будут Шахбазова использовать на краю или одного из этих футболистов посадят на лавку. Но Алаев защитник неплохой, и в тех играх, которые он провел за Легион, показал себя с лучшей стороны. Должен поправиться Папин Казарян, у него все-таки не столь тяжелая травма. И он, конечно, атаки добавит и скорости, и вариативности. В любом случае, месяц без Белоцерковского играть придется. И сейчас единственной опцией, по сути, в атаке у Легиона остается Вячеслав Андрианов. А ведь как все начиналось, да? Дмитрий Токарев, который забил первый мяч за команду в качестве коллектива высшего дивизиона, Белоцерковский, тот же Сергей Кутузов, который как-то не попал в команду, не попал в коллектив и в итоге покинул клуб, не дожидаясь закрытия самого первого трансферного окна, которое, наверное, даже правильнее называть не трансферным, а заявочным. Был, ну, соответственно, тот же Казарян приобретен вместо Кутузова. В общем, были варианты, были возможности. Было как-то в атаке поинтересней. И обсуждалось, кто лучше, кто хуже, там, кто реализует моменты, кто нет. А сейчас просто нет вариантов. И у Легиона и так с забитыми мячами, ну, я говорил уже, да, большие сложности. А тут еще и Вячеслав Андрианов, ну, не в обиду ему будет сказано, наверное, опять же, тоже футболист довольно много пропустил. И, ну, насколько он сейчас готов исполнять роль единственного форварда на наконечниках копья в высшем дивизионе против, в общем-то, лучших оборон Северной лиги. Вопрос такой риторический. Я, кстати, не стал бы крест ставить и на Александре Седове в качестве форварда, потому что он сам, если честно, признавался мне, что уже и не рассчитывает в нападении сыграть. Хотя вот я говорил, что рассматривался изначально и, может быть, такую значимую часть своей карьеры провел как форвард или игрок под нападающим. Ну, со временем ближе к центру поля и ближе к оборонительной зоне даже был передвинут. Но вот, опять же, если не пойдет, если нужно будет, я думаю, что у него хватит опыта и мастерства сыграть на позиции нападающего. А пока Гефест атакует 3 в 2, отличная передача Вашурина. И здесь у меня было такое ощущение, что Нефедев сейчас, как это сказать, слишком спижонил, слишком элегантно хотел мяч в ворота переправить. И, по-моему, даже пожурили его партнеры немного за это. Нефедев вышел вместо Масленникова. А здесь Хорин обыгрывает защитника, опережает его, Шахбазова, по-моему, бьет головой в упор, и Дементьев классный сейв совершает. Вообще напоминает, что у Легиона достаточно надежный голкипер, потому что, ну, первый тайм, он к концу уже подходит, в целом не удался не только Легиону, но и отдельно его вратарю. У Станиславского-то работы вообще не было. Там один раз он мяч зафиксировал и больше ногами вот распасовывает. Дементьев не выручил в эпизоде с голом Моисеенкова. Ну, гол Анохина на 18-й секунде, наверное, ну, тут нужно, опять же, его как-то отдельно воспринимать от всего остального матча. Mm.
Вашурин, когда забивал, в принципе, на мое такое мнение, вот с нашей позиции комментаторской, также Дементьев мог бы и выручить свою команду. Ну вот сейчас сейв, который, может быть, придаст уверенности голкиперу не только Легиона, напомню, но и молодежной сборной Севера. Это важно, потому что в марте возобновляется турнир сборных. И после удачного первого круга группового этапа молодежке Севера нужно подтверждать свое реноме, обеспечивать себе место в финале четырех. И Дементьев, как один из двух основных голкиперов команды, нужен, конечно, тренерам в оптимальном состоянии, как уверенный в себе вратарь. Через такие игры не только опыт приобретается, но в то же время и определенная уверенность в себе, в собственных силах. Заканчивается у нас первая половина, полминуты до конца, и, в общем-то, не вижу я причин, по которым Александр Дударев мог бы добавить какое-то время. Гефест ведет 3-0, и как-то очень легко все для него складывается, пожалуй. Наверное, все объективно. Вот Седов, пожалуйста, обрезает свою команду. Анохин штрафной, его сбивает Шахбазов, это пенальти. Подкат был авантюрным сам по себе, скажем так. Там ситуация, скорее всего, не требовала идти выполнять такой прием, потому что уж очень острый угол был у Анохина, и совершенно не факт, что он смог бы оттуда переправить мяч в сетку. В итоге контакт был. Может быть, это было не грубо. Ну, собственно, здесь же и не просят, чтобы было грубо. 4-0 с свистком на перерыв. Евгений Вашурин оформляет дубль. Давайте, друзья, отдыхать. Вторая половина, быть может, особой интриги нам и не подарит, но, по крайней мере, насладиться хорошим футболом мы сможем. Ты там еще поспорил, что не было пенальти, что ли? Ну что ж, возвращаются команды на поле. Не скажу, что прямо в охотку. Да, здесь у нас небольшой перформанс, который вы не увидели, друзья, потому что все внимание на центр поля, на мяч. А здесь болельщики Легиона небольшое представление устроили в поддержку команды, так сказать, команды, которая безоговорочно уступает Гефесту. Ну и давайте все-таки я позволю себе быть честным. Я от этого матча ничего и не ожидал. Все знали о проблемах с составом у Легиона, все знали о том, что Гефест настроен, мотивирован и в лучшем сочетании на игру прибудет. Но, если честно, вот какого-то такого разгрома, наверное, все-таки не хотелось бы увидеть. И вы знаете, тут еще проблема в том, что вот сейчас по выходу команд на поле было видно, но Легион не то чтобы обреченный выходил, но с пониманием того, что вот второй тайм, может быть, 0-0-то и не сыграет он. И пропустит еще парочку, а не хотелось бы. А Гефест выходил как бы нехотя, потому что понимает то, что результат сделан, а вот еще полчаса тут бегать субботним вечером. Я надеюсь, что это такие наблюдения, которые под собой реальной основы не имеют, и команды попытаются, по крайней мере, что-то продемонстрировать, особенно к Легиону это относится, потому что, ну а что терять? Ну что, идите вперед, играйте в футбол, забивайте мячи, эти забитые мячи, если они состоятся, они просто лягут в фундамент будущих побед и каких-то достижений. Гефест с мячом на половине поля соперника. Тут перепасовка между Анохиным и Варакиным. Потеря. Павел Андрианов тут мяч подхватил, но быстренько Артем Варакин вернулся на свою позицию. И всего лишь аут.
Да, у Гефеста еще одна замена. На позицию правого защитника вышел Артем Халдеев под третьим номером. А Радик Умяров слева в полузащите сейчас играет. Соответственно, вот нарушилась та самая линия обороны незаменимая, про которую мы говорили. В атаке Александр Масленников. В общем, тут пошли варианты на будущее, которые могут пригодиться Гефесту. А может быть, просто по такой игре нужно всем дать игровое время, всем дать возможность себя показать, проявить. В этом контексте не совсем понятно, почему Сергей Бурцев в перерыве место в воротах не занял, место Станиславского. Но, с другой стороны, вот я сам в качестве руководителя команды не люблю менять вратарей в перерыве. И за всю историю, которая уже лет 12, дай бог, в ЛФЛ, пару раз всего к таким примерам, экзерсисам прибегал. И то в особых случаях, когда по-другому просто нельзя было поступить. Седов сейчас едва ли не в нападении. Станислав Мухин на позиции под нападающим. А в центре поля играет Денис Базовой вместе с Павлом Андриановым. Ну и три защитника: Сумароков, Захаров и Шахбазов. Дементьев там опять немножко не в тонусе. Не с первого раза зафиксировал мяч после дальнего удара. Ну, в итоге все обошлось, и не допустил он оплошности. Ну, в общем, вот, да, то, о чем мы говорили. Александр Седов впереди за счет активности, за счет рывков пытается тут немножко навязать борьбу защитникам. Хорин. Я вот уверен, что будь другой соперник сейчас, и будь, может быть, счет немножко другой, Хорин бы себе не позволил такой вольности, но в итоге пошел в обводочку, которая получилась. И за счет красивого финта удалось ему Седова обыграть. Варакин в центр смещается. На Масленникова передача. Масленников при приеме допускает технический брак. Мяч отскакивает ему в руку. И все. На этом Легион попытается свою атаку начать. Павел Андрианов. Я говорил. Я в качестве обязательного приглашенного эксперта для группы в социальной сети футбольного клуба «Легион» давал оценки по прошлой игре с водным стадионом. И вот я отметил и готов повторить, при всех талантах и очевидном прогрессе Павла Андрианова как футболиста, ему не хватает сейчас лидерских качеств для того, чтобы эту команду потащить за собой. Действительно, когда были в строю Ботов, Чмутин, не знаю, Терентьев, может быть, те же самые Белоцерковский, там Казарян, да кто угодно. В общем-то, эта нагрузка, она как-то равномерно распределялась между футболистами Легиона. Сейчас, ну, сейчас объективно, наверное, по таланту, по потенциалу Павел Андрианов — это самый сильный игрок Легиона. Он должен сейчас брать все в свои руки, вести за собой, забивать, отдавать. Вот примерно как сейчас Седов выходит один на один, сталкивается со Станиславским, протыкая мяч мимо вратаря. И победителем из этой дуэли выходит голкипер. Седов забить не смог, а Павел Андрианов как будто услышал меня. Блестящий пас отдал, просто блестящий. Мяч вроде бы и рядом с Хориным прокатился, а так, что не дотянешься. Вот если бы Павел Андрианов такие передачи на поток поставил, вот тогда бы Легион в атаке заиграл по-настоящему. И количество голов увеличилось бы пропорционально количеству голевых моментов, которые этими передачами Андрианов и организовывал бы. Ну вот, к сожалению, пока не так.
Умяр длинный пас вперед. Там Масленников опять не зацепился. У Масленникова очень низкий КПД для нападающего такого уровня. И это лишний раз подчеркивает, какое количество голевых моментов Гефест вообще в принципе создает. Если бы Масленников забивал все, что у него есть, я думаю, что к середине чемпионата там под 100 или там под 150 уже было бы забито у Гефеста. Но так не происходит. Хорошо, сейчас вот Сергей Анохин регулярно забивает в каждой игре подряд. И где-то Масленникова прощается не кем-то конкретно, а самой игрой. Седов пробился штрафного, мяч от стенки отскочил налево к Сумарокову. А тот просто неточный пас назад отдал на близкое расстояние. В таких ситуациях ошибаться, наверное, не нужно. Халдей вперед бросает. Шахбазов. Здесь здорово. Вроде бы здорово сыграл Павел Андреянов, но тут же его накрыл Вашурин. Вашурин, мне кажется, немножко изголодался по футболу за время своего простоя. Очередной перехват. Есенков бьет, и Шахбазов удар блокирует. Базовой. Вот еще один футболист, которому большие авансы выдавались руководителями легиона, тренерским штабом. Но пока он их не совсем оправдывает, если честно. А если пожестче говорить, то не оправдывает совсем. Мухин Шахбазовым сыграл. Базовой, направо передача. И мне кажется, еще где-то на первой минуте Моисеенко сел в этот полушпагат. И все равно Базовой умудрился отдать передачу в ногу соперника. Вашурин, Варакин. Ждет подключения Халдеева. Дожидается. Халдеев идет по флангу. Играет с Масленниковым. Вашурин. Сейчас выиграл стык у своего партнера. Очень интересно. Подача в штрафную, и Масленников бьет в угловой флажок примерно. Уж не знаю, как он собирался пробить, как задумывал, как-то срезать мяч, может быть, в дальний угол, но совсем не получилось. 10-я минута второго тайма на секундомере, на табло. Счет не меняется. 4-0, но... Легион даже создал 100% момент, я считаю, когда после передачи Павла Андрианова Александр Седов 1-1 с Станиславским вывалился. Масленников, Умяров, Вашурин и фол Базового в ситуации, когда Вашурин, казалось, уже и так терял мяч. Хороший момент. Я специально паузу взял, посмотреть, как Масленников пробьет. Знаете, у нас Никита Лаврентьев приглашал в передачу на бровке Илью Чижикова для того, чтобы он повторил один из голов, который был признан лучшим в течение месяца. Я не помню, какого, по-моему, сентября. И Чижиков там попытался в таком стиле исполнить. Там что-то похожее у него получилось. Ну, а гол, который, собственно, защитник терминатора забил за сборную «Севера». А вот Масленников, там по разным причинам приглашали Масленникова тоже, но он не смог приехать. И, в общем, не получилось снять с ним такой сюжет. Вот в похожем эпизоде, как сейчас, забил лучший гол какого-то другого месяца. В матче, по-моему, кубка, в матче Лиги Чемпионов, собственно. И также сместился с правого фланга в центр и пробил с левой ноги. Похожим образом, только от штанги вложил мяч в девятку. В общем, все было красиво. Это было как раз в сентябре, значит, Чижиков забивал в октябре. В матче против Россоши. И вот сейчас, конечно, был такой небольшой дежавю. Казалось, сейчас Масленников еще раз исполнит. У Легиона еще один момент. И голом он заканчивается. Голом Станислава Мухина. Вначале Денис Базовой вышел 1-1. Пробил неудачно. И справился голкипер с этим ударом. А дальше мяч отскочил Мухину. Его никто не накрыл. И несколько коряво, но послал мяч
в ворота 28-й номер «Легиона». А это уже говорит о чем? Это говорит о том, что «Легион» во втором тайме ведет 1-0. И, может быть, это как раз команду, вот это развитие событий раскрепостило. Сейчас действительно у «Гефеста» такого подавляющего преимущества нет. Понятно, что команда отпустила ногу с педали газа, как тот же Александр Седов любит говорить. Но вот моменты, которые «Легион» создал, он создал их сам, без всякой там педали газа или тормоза со стороны «Гефеста». Два момента, один гол. Это, в общем, довольно неплохая реализация. Правда, моменты были стопроцентные. А если бы еще и Седов забил в похожей ситуации, да если бы сейчас Базовой бы забил сразу, а не с помощью добивания Мухина, то можно было бы говорить о том, что потихоньку «Легион» начинает нащупывать тот стиль игры в атаке, который может в будущем команде успех принести. Сейчас 4-1 на 43-й минуте. Все равно пока все еще очень зыбко, и ни о каком там камбэке пока говорить не приходится. Но сам по себе позитивный тренд существует. Павел Андрианов опять отличную передачу отдает на своего брата. По крайней мере, он уже не боится разрезать оборону соперника. Там атака «Легиона» заглохла, но вот эти моменты, которые появляются, передачи, выбор позиций игроков, все-таки заставляет нас быть оптимистами. Игра вот сейчас Александра Деметьева. Блестящий сейв после удара Вашурина. Вашурина, по-моему, или Масленникова. Угловой «Гефест» зарабатывает. Но после замены будет его исполнять. Сергей Анохин возвращается на газон. Меняет он Варакина. Мухин. Вот сейчас при приеме он допустил довольно грубую ошибку. Халдеев у него мяч выбил. А если бы не допустил, то могла бы и контратака 2 в 2 получиться. Андрианов хорош. Назад играет на Шахбазова. Тот направо. Справа Сергей Миронов. Базовой. Устоял на ногах. Прострелил. И нужно быть готовым к этому. Мяч перескочил через ногу Моисеенкова. А Мухин как-то вне позиции оказался. А представляете, сейчас получай на дальнем углу штрафной. И перспективы какие открываются. Можно бить, можно с обострением проходить штрафную, можно за счет партнера сыграть. Сейчас главное не привести. И кто у нас на месте последнего защитника? Павел Андрианов. На том самом месте, где ему не нужно быть. Понятно, что по ситуации он поступил правильно. Он опустился, страхуя подключившегося Ильяса Шахбазова. Но Павел Андрианов нужен впереди, ближе к атаке. Пока отдыхает Александр Седов, впереди играет Вячеслав Андрианов. И организовывать наступление, по сути, некому. Но это я, в общем-то, свое мнение выражаю, потому что вообще по задумке эта роль возложена на Дениса Базового. Очевидно, и Станислава Мухина в том числе. «Гефест» атакует. Здесь Шахбазов хорош на перехвате. Пас вперед. Мухин против Хорина. Но у того большой гандикап. Назад на Станиславского. Тот налево играет. И еще один перевод на Артема Халдеева. «Гефест» очень спокойно из-под этого прессинга выбирается. А Андрианов, Павел, мяч перехватывает. Его руками Халдеев цеплял, но фол в центре поля никакой выгоды «Легиону» не дает. Поэтому Павел устоял на ногах и дотащил мяч до лицевой линии. А дальше просто не справился со скользким газоном и выпустил оранжевого за пределы поля. Удар от ворот, но могло, конечно, опаснее получиться, но похвалить все равно нужно за перехват, за то, что игру прочитал. В принципе, еще и партнеры тут не поддержали, передачу отдавать некуда было. Вашурин играет вперед и в руке Дементьева. Игра у «Гефеста» пропала, и
как бы то ни было, как бы ни складывался матч, в общем-то, не должен себе фаворит позволять, ну, совсем бросать игру, бросать комбинационное наступление. И мячом владеет Гефест не так часто, как в первой половине. И почти совсем не угрожает воротам Дементьев. Почти это по собственным меркам. Если по меркам Легиона сравнивать, то, наверное, угрожает и даже достаточно часто. Так что если Легион мы за второй тайм пока хвалим, то Гефест пока впечатления на нас никакого во втором тайме не производит. Ну а на результат практически никак не влияет, потому что 4 мяча в первой половине интригу убили практически полностью. Халдеев из-за боковой бросает вперед. Анохин мяч пропускает. Масленников подключает Вашурина в свободную зону. Нет, далеко отпускает мяч Евгений Вашурин. Там ему немного повезло. Мяч защитника отскакивает опять под контроль полузащитника Гефеста. Тут удачно разворачивается. Прострел. Гол. 5-1. 5-1. И кто у нас в качестве автора забитого мяча? Сергей Нефедьев. На 49-й минуте. В самом ее начале. 1-1 во втором тайме. 5-1 по сумме. Ну, в общем, вот этот результат уже в сезоне у Легиона был 1-5. Проиграли с таким счетом Неве. Но у Гефеста есть еще целых 11 минут, чтобы, так сказать, самое крупное поражение в истории Легиона в качестве команды высшего дивизиона ей нанести. Нефедьев. Отличная передача на Анохина. Тот рвется к воротам, уходит от подката, но мяч упускает. Шахбазов сделал максимум, наверное, что мог. Он приостановил движение нападающего. Приостановил в пределах правил. То есть просто заставил того сбиться с шага. И дальше уже поля не хватило Анохину, чтобы этот мяч достать. Халдеев. Павел Андрианов. Потеря. Анохин назад играет. Хорин. Вашурин. Не самый удобный пас, но тут двое партнеров должны разобраться. Не разобрались. Аут. Базовой. Смороков. Взмахнул руками. А кому давать? Ну, вот Дементьеву можно. Братья Андрианова в центре поля. Ух. Кунг-фу пас в исполнении Вячеслава. А на острие атаки Станислав Мухин. Все смешалось в красно-сером семействе. Моисеенков. Отличная диагональ. Нефедьев, Вашурин, Нефедьев. Масленников, Вашурин. Здорово сейчас заиграл Гефест. Может, чуть-чуть завелся на дальнюю штангу передача. Там хорош Сумароков. В игре, чуть не сказал, на втором этаже. Да нет, на первом этаже. Там и прострел-то невысокий был. Но, по крайней мере, не дал пробить нападающему соперника. Замена еще одна. Базовое поле покидает. Седов вместо него. И это значит, что Мухин в центр поля переходит, Седов на позицию форварда. 10 минут до конца, даже меньше, 9,5. Я не знаю, появится ли еще Денис Базовой на газоне, но не убедил, если честно. Гефест в атаке. Ой, Анохин здорово убирает на замахе. Пас партнеру. И шестой мяч. Евгений Вашурин хет-трик, по-моему, оформляет. Давайте считать. У нас тут все записано. Действительно, третий мяч 20-го номера Гефеста. И самый крупный счет. Самое крупное число пропущенных мячей в высшем дивизионе зафиксировано для Легиона. Так что матч в историю войдет. Одно это уже заслуживает отдельного упоминания. Для Легиона, конечно, это, наверное, не самый приятный день. Но, с другой стороны, в истории ведь клубов должны быть и черные, и белые дни. А Седов
А Седов опять не забивает. Я знаю, как ему хочется забить вышки. Вот этот парень, этот футболист шел долгие годы к тому, чтобы вот получить такой момент, как сейчас. И сейчас Седов был ближе к голу, даже если сравнивать с той ситуацией, когда он один на один со Станиславским выходил. Но не попал в ворота капитан «Легиона». И гол не состоялось. А тут Павел Андреянов потерю на своей половине допустил. Момент. Умяров. Удар. 7-1. Радик Умяров седьмой мяч забивает. Пошло избиение. И все-таки «Легион» чуть-чуть, но рассыпался. Не смог удержать какой-то приличный счет. Второй тайм, конечно, получше команда провела. Ну, во-первых, он еще не закончился. А во-вторых, получше относительно. Но все равно пропускает. И сейчас... Нет, восьмого гола не будет. Тут Дементьев сыграл как последний защитник. Но комбинационная игра, видите, получается через раз. 7 минут до конца, 7-1 Гефест впереди. Ну и, наверное, давайте все-таки уже запишем Гефесту 3 очка, в конце концов. Все-таки, ну мы же реалисты с вами, и к тому же нейтральные болельщики. Гефест выходит таким образом на второе место сейчас, пока не сыграл водный стадион. 40 очков теперь будет у античных, 42 у терминатора, 38 у водного стадиона, которому завтра играть против кристалла. Насколько я помню, нет, против МЗКП, да, против кристалла у нас завтра играет Динамо как раз. Тоже команда, представитель группы лидеров. Кстати говоря, я думаю, что с «Кристаллом»-то просто не будет. Там, в общем, довольно квалифицированные футболисты собраны. А уж почему не идет у «Кристалла» второй год подряд, это отдельная тема для обсуждения. Вот будет у нас какой-нибудь матч «Кристалла» в эфире, поговорим об этом. В любом случае, конечно, и «Динамовцы», и «Водные фавориты», и вообще в этом туре вот было два центральных матча, которые мы показали утром и днем. ЦДК «Азимут» и «Беда Терминатор». А завтра, в принципе, играют команды верхней части таблицы с аутсайдерами, либо аутсайдеры между собой. Вот в целом, сам по себе игровой день не такой интересный. Здесь еще один сейв Дементьева после удара в упор. Халдеев там бил головой после подачи корнера. И у «Легиона» не получилась контратака, хотя было даже определенное численное преимущество. Павел Андреянов. Фолит, возможно, это будет отложенная карточка, а возможно, нет. Там высказывают претензии сейчас. Кто там из Гефеста активно претензии-то высказывает? Нанохин? Ну, нет, вроде бы. Вроде бы не он. Ну, неважно, неважно. Понятно, что есть определенный момент с самолюбием связанный. И проигрывать очень тяжело с таким счетом. Пусть даже и Гефестом. Ну а в целом игра ведь корректная. И, наверное, футболистам стоит просто чуть-чуть полояльнее друг к другу отнестись в концовке. Потому что и результат сделан. А желтых карточек у нас, кстати, сегодня не было. Вот, поэтому... Поэтому как-то за 4 минуты до конца придумывать тут на ровном месте какой-то конфликт, наверное, не нужно. Анохин обыгрывает Миронова, обыгрывает его второй раз, и сейчас третий, да? Ой, третий вместе с Шахбазовым. Вот пас неточный только отдает, но накрутил как мог. Знаете, как у наших коллег на северо-востоке есть тройка-семерка туз, вот под туз, что называется, тут каскад финтов.
Ну, может быть, не совсем удачный пример я взял с той точки зрения, что бывают и покрасивее моменты, или даже по необычней. Ну, вот просто само по себе, да, желание сыграть доверенного, обыграть соперника, закружить ему голову, в итоге вылилось в неточный пас. Штрафной Гефес заработал под Радика Умярова как раз. Он может отсюда и стенку перекинуть, и напрямую исполнить. Ну и не забываем, что скользкий мяч, скользкое поле, возможные рикошеты. В общем, стандарт достаточно опасный. Удар, и, по-моему, защитники, не Дементьев, убивают мяч с линии. На истину не претендую, да и зачем. Мяч не в воротах, это главное. Но пробил Умяров, конечно, может и лучше. В общем, скажем так. Налево передача. А вот этот футболист вообще редко у нас на поле выходит в чемпионате. Олег Новиков. Тот человек, который почти всегда в заявке и почти никогда не бывает на поле. Еще момент у Гефеста. И не забивает. Не забивает Анохин сейчас. В сетку с внешней стороны попадает. Да и не Анохин это был, а совсем даже Станислав Каханов. Здесь еще один подарок. Ну, если я ошибаюсь, и не всех футболистов отсюда мне удается различить оперативно, уж прошу прощения, все-таки под вечер, темная форма и вот эти небольшие номера на груди у игроков Гефеста, они немножко меня вводят в заблуждение. В общем, к концу матч идет, полторы минуты остается, хватит еще на пару атак, может быть, мы даже голик какой-нибудь увидим. Но, может, и не увидим. В любом случае, Гефест сегодня очень легкой победы добился. Победы даже не то, что на классе, а такой, на которую не пришлось затрачивать какие-то сверхусилия. Я думаю, что античные весьма рады такому положению дел, потому что чемпионат у нас плотный, напряженный. Чуть ли не через тур приходится какой-то очень сложный матч проводить командам, а у Гефеста еще Лига Чемпионов. И в этом контексте получить такую игровую тренировку вроде бы, а в то же время определенное сопротивление, но добиться уверенной победы, это на руку любой команде, которая где-то наверху находится. Знаете, такая передышка определенная в моральном плане, но через игру. Еще есть возможность у Анохина. Он не обыгрывает сейчас защитника. На этот раз не купился на его финты Ильяс Шахбазов. Ну, а Легион просто доигрывает матч. Даже выносы от ворот, они, в общем-то, просто абы куда идут в надежде на борьбу. Седов бьется, по-моему, один. Это, наверное, не очень хорошо, когда один бьешься, остальные смотрят. Но такая капитанская доля. Все, игра закончена. Игра, в которой интриги не было, но было 8 красивых мячей. Первый гол, забитый Сергеем Анохиным на 18-й секунде, я считаю, повлиял на игру кардинальным образом. Ну а дальше для Гефеста все пошло по накатанной. 7-1, легкая победа фаворита. Будем прощаться, друзья. Для вас работал Кирилл Разумовский. Сегодня на эфирах, их было 4, мне помогали Александр Седов в качестве комментатора, Никита Лаврентьев в качестве режиссера трансляции и наш оператор Василий Афонин. Увидимся здесь, на полях Северной Лиги, друзья. Всего доброго.